have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы сегодня с вами будем путешествовать по, как ты там называешься, склепу Оруэлла. Хорошо, что не Оруэлла. Я думаю, вы уже поняли по тем фрагментам, которые я вам показал в начале видео. Я немножечко побегал за кадром. Во-первых, я нашел тот самый фонтан с дубом. Как по мне, указания оказались немножечко неверные. Ну или же я абсолютно случайный клад выкопал, но вы видели, я проследовал, как и должен... Возможно... А, знаете, в чем прикол? Нужно было стоять лицом к дубу, теперь я только это осознал. Почему-то я шагал спиной, ну, повернулся спиной к дубу и пошел спиной. Надо было шагать лицом, тогда все сходится. Тогда та клетка находится прямо там, где нужно. Хотя, в итоге, сокровище будет прямо у тебя под ногами. Подразумевалось, что ты должен сделать еще шаг назад, чтобы выкопать клетку перед тобой. Но этого не случилось. Короче, ладно, сокровище мы нашли, вы видели. Во-вторых, я еще сходил... И помните, есть правый глаз говорит, я видел, где упал метеорит, левый глаз, я видел, где упал метеорит. В конце концов, идешь и делаешь, подбираешь метеорит. Этот метеорит несешь в кристальные пещеры, мы внизу видели там кузню. Логично, что туда. Получилось тяжелое двуручное оружие, плюс магия, один метеоритный дождь, особая атака. Ну, я не уверен, что я хочу это все делать. Я его оставил, конечно же. 24 на 72 уже... Немножечко слабовато. Наверное, до вот этого душегуба я бы... наверное, его еще одел бы, но сейчас это тоже слабовато. У меня нарисовалась небольшая проблемка. У меня нет еды. Святилище. Куда я хочу... Да пойдемте, наверное, пофиг. Куда? У нас осталось... Вот, 5 черепах. Все. Давайте, сохраняемся и поехали. Так. Также я вот выучил заклинание метеоритный дождь, который наконец-то... Там верх оказался немного обитаемым, там был тролль, там который орк, который я так не знаю, как он называется. Я ожидал, что эта штука будет немножко сильнее, что ли. Хотя мы с этим чудиком справились довольно быстро. Ну, то есть, оно, конечно, наносит урон. И... Оно маны очень много забирает. Вот чем прикол. Так, а это у нас просто фаербол, да? 42. Нет, ну, и учитывая, что фаербол наносит 42... Это наносит там рандомно, давайте. Блин. Тут еще один, он еще и мага покалечил. Этого парализовало, этого покалечило. Команда коллег просто... А, уже не хватает энергии, да, сдохни. Чё тебе сделали? Тебе торс продавили, да?
Маленьких зелек у меня уже не осталось. Ладно, жри эту, ничего страшного. И, наверное, энергетическое одно выпьем. Блин, вот он уже и проголодался, кстати. У него использование маны забирает очень много энергии. Я не хочу сейчас сильно прям лишнего отдыхать. Опять же, из-за того, что мало еды. Блин, мне бы где-то еды поднабрать. Ну вот. Может, пойду как-нибудь рыбку еще половлю или... Чем-нибудь надо будет заняться. Еда... Я просто не знаю, мне ни разу не заканчивалась еда. Я много раз находился очень близко к этому моменту, чтобы еда закончилась, но она ни разу не заканчивалась. А кинуть я туда... Ничего не могу. Ничего, к сожалению, да? Это вот через эту дверь я туда попадаю или как... Ладно, я тут еще не все исследовал. Давайте вниз сходим. Я по привычке продолжаю снимать факел. О, большая энергетическая зелька. Хорошо, в крайнем случае можно будет выпить еще маленькие и не мучиться особенно. Тут просто замкнутое, грубо говоря, пространство, да? Я бы его обыскал на предмет кнопочек. У меня была идея, что на береге у затонувших кораблей, погибших кораблей, у нас появятся еще черепахи, чтобы я смог еще еды с них набрать. Не появились. То, что у меня не хватает еды, это говорит мне о двух вещах. Во-первых, что, наверное, я не все загадки хорошо обхожу. Во-вторых, то, что я, наверное, непомерно затягиваю игру. Там, где мне должно было бы хватить еды, мне ее не хватает. Возможно, но мне очень интересно обходить здесь каждый угол, возвращаться, смотреть на некоторые вещи. Еда, спасибо. Кому сейчас больше всего надо? Ты у нас раньше всего проголодаешься. На, держи. Так, записочка. Во-первых, записку про дерево я положу обратно. Я записки пока не выкидываю, вообще никакие, не знаю зачем, но ладно. Я решил бросить свой верный топор в телепорт, чтобы убедиться в его безопасности. Только вот куда его занесло? Я понял тебя. Я решил бросить свой топор в телепорт. А! Я понял, на что нам... Дай-ка мне одну. Да. Вот каким образом оно открывается. Это логично. А вот и топор. А этот, случайно, не такой же топор тяжелое оружие, 1855? Случайно, не такой... Все ненужные вещи я сложил в хабе, между порталами. Ну, я думаю, что зачем она мне... 1855. Хорошая вещь, но это тяжелое оружие, и я, наверное, предпочту даже звездочку забрать, потому что я даже не знаю. Расход энергии 40. Это сильный удар, наносящий огромный урон и игнорируешь 10 пунктов вражеской брони. А тут, кстати, чтобы мне нужен один крит. И что получится? Истребитель, особая атака. Ладно, я надеюсь, что этот топор нигде не понадобится. Черт. Моя вечная паранойя не дает мне бросить топор. Вот, я брошу здесь записку вместо топора. Записки хватит, чтобы удерживать дверь открытой. О, даже так? А, это чтобы выбираться отсюда. Какое обширное место. Зачем тогда те три плиты? Давайте думать логически. Что если мы нажмем на все три? Нажимаются таким образом.
Ясно. Это не у меня в животе бурчит. И... Ага. Когда комната канет в бездну света, дверь отворится. В бездну света? Ха-ха-ха, я понял. Кстати, интересная загадка. Уже неправильно. Я тебя понял. Тут надо немножечко повозиться. То есть кнопка у нас, любая из этих кнопок, она восстанавливает. Я вас понял. С какой лучше начать? Может, тогда лучше вообще начать с этой? Я, по-моему, все кроме одной сейчас открою, да? Нет, кроме двух. Две. Интересно. Но это только путем проб и ошибок. Тут по-другому никак не сделаешь. Нужно просто подобрать нужный паттерн. Вот эту нельзя использовать. Вот эту нужно использовать как основной проход, да? Допустим. А, я чуть не попался только что. Да, я только что чуть вперед не прошел, вместо того, чтобы... Так, хорошо, мы получаем ключик. И шорткат отсюда. Пусть это будет еда. Еда, 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 пожалуйста, еда. Травки, причем много. Типа, чел... На, держи. Положу-ка я сюда эти пока что... Шарики. У меня пока что, кстати, так и нет ответа, почему... Да ладно, когда ты успел так перегрузиться-то. Вот, видишь, без пустого мешка ты себя чувствуешь гораздо лучше. Так. А там тогда что? А, я сюда и иду. Подозрительно, что столько стен, и в них ничего нет. Ладно.
погодите. А вон там что? Зелька, зелька, чего ты у нас? Ярости. Зелька ярости. Я мог ее, кстати, пропустить. Как мне вернуться-то? Нет, вниз, погоди. Вот это что? Я же говорил, что что-то есть. Тут у нас заклинание «Огненный щит». Понял. Мне этого раньше не было. Сейчас, секунду. А откуда я пришел? Куда этот чертов ключ-то надо было применить? А! Тьфу ты. Точно. Ключ надо было втыкивать сюда. Но ничего не произошло. Хорошо, поехали дальше. Ты у нас кто такой? Мавзолей. Круто. Пойдемте посмотрим, что нам представляет мавзолей. Слышите это? Загадочка. Я хочу, знаете, что посмотреть? Смотрим на пищу. Я практически уверен, что она будет файтиться с кем-то. Да! Это был этот шутник приходит и уходит, блин. Да, на каждое заклятие... Ох, блин. Ладно, хорошо. Стоп. Я на чувака телепортировался. Помните, я вам как-то говорил, что такое бывает? Сейчас я подожду, пока этого отпарализует. А, сохраняемся. Ему этого хватило. Это я телепортировался на солдата, если что. Привет, ребят. Ну, как бы, смотрите, в этот раз я довольно легко от него избавился. Я просто сначала не понял, что это он запустил в него этот метеор шауэр. И ему это, видимо, неплохой урон нанесло. Если он опять же тут не появится. Послился ты уже. Ох ты ж! Мне очень нравится это заклинание. Она забирает чертовски много. Так, погодите. Еще одна стрела не поднялась где-то. Вот она. Давайте я потанкую. Мне не проблема. Файты начали полностью опустошать мою манну. Ух, 198 крит, неплохо. Успокойся, ты не пробьешь. Ты не пробьешь!
Они, кстати, по-моему, пофиксили эту фишку с... Вот моя еще одна. Я пытаюсь сейчас следить, чтобы у них было более-менее побольше. На тебе маленькую манночку. Маленькую ванночку. В смысле, маленькую манночку. Я бы хотел какое-нибудь заклинание или зелье, которое... Ладно, электрические бомбы тоже сойдут. Которое против голодания. Было бы прям очень хорошо. У кого там бомбы-то были? У мага, что ли? Я положил ему бомбы. Ядовитые бомбы. Нет, не у тебя. У кого? Электрические бомбы, кстати. А, я же их распихал по рукам. У меня просто остались некоторые бомбы тут, некоторые бомбы там. Факел убираем. Думаю, нужно сохраниться. Пока мы более-менее все в добром здравии. Кнопочка. Идут как-то... О, блин. Когда успел так сильно... Идут как-то более-менее по кругу, не по кругу. Хорошо, давайте тут наступим. И чё? Давайте мы её нажмём. Пусть она будет нажата, мне-то что. Так. Странное местечко. Не то чтобы странное, но... Такое. Сами знаете. Чё я вам говорить буду? А... Так. Что меняется от этой кнопки? Я не пойму. Стойте, дайте мне... сейчас притащу какое-то шматье бесполезное. Которое я смогу туда положить, например, вот этот топорик. Внизу... А, я понял. Внизу портал. Вроде только один, да? Ага. Интересно, нажатие этой кнопки меняет что-то или нет? Шлем. Иди ко мне. Древний шлем. Давай сохраняться, пойдем. Итак, тут... О! Стрелы на арбалет. Это же чудесно. Но там ведь тоже что-то есть. Все, я понял. Нет, не понял. Погоди. Как мне убрать вон ту часть? А-а-а! Черт, все, дошло. Так, для этого надо убрать шлем. Не успел. А как это? Блин, это тяжело будет. Подождите. Давайте-ка камушками.
камушками пока что попробуем. А, насколько это не звучало. Сейчас, минутку. Камушки, видимо, и ножики останутся там, черт с ними. Я туда уже никак не попаду, разве что с другой стороны, не знаю. Ладно, пофиг, пойдемте. Я уберу. Стрелы, пожалуйста, на место камушков, будь бобром. Вот как я сюда попаду. Камни я отсюда уже не заберу, конечно же. Пока там кто-то не... Ну да, ясно, это бесполезно. Это просто мне дают прийти и увидеть, что здесь произошло. Это, с другой стороны, тоже немножечко, ну, нелогично, что ли. А, ну и зачем я здесь, если я тут ничего не могу ни нажать, ни сделать? Просто чтобы успокоиться, вот смотри, ты можешь сюда пройти. Кнопочек тут не наблюдается. Вроде как. Ладно. Сохраняемся. Кнопочка. Оно тут просто летает из одного в другое, да? Я думаю, мне нужно настроить его так, чтобы оно... А чтобы оно что? Давайте нажмем. А-а-а! Вы предлагаете мне пройти таким образом? Да, они мне предлагают пройти таким образом, чтобы оно меня не задело. Хорошо, это приемлемо. А, еда! Это у нас еще один плащ прорицателя, скорость пополнения энергии, но у нас такой уже есть. Он у нас на маге надет уже довольно давно. В ошметках у нас никто не ходит. В чем ты ходишь? Что эта штука тебе дает? Ловкость, живучесть, уклонение. Короче, ладно, оставим этот плащ здесь. Сейчас, вещи сюда надо поскладывать. Секиру, плащ. Хорошо. Прикольно. Тот кусочек у меня остался неоткрытым, но я за ним уже так уж, получается, не приду, да? Итак, стальной кастет. Погодите. Одевается он у нас на руки. Защита 5, сила 2 и ловкость 2. Защита 18. Погодите, а он же... Защита 5, сила 2 и ловкость 2. Он без ограничений, то есть его можно одеть вот так. Тут защита 2 и уклонение... Защита 4, уклонение 2. Защита... Да, да, это хороший на замену этого легкой брони будет. А ты у нас ключик. Супер. Теперь вы мне предлагаете пройти наизнанку, да? Супер. Погодите. А портал у нас... А, у меня что, свет потух? Нет. А портал у нас где? А, собственно, вот он.
Хорошо. Это у нас 2 из 3. У кого ключ? На, держи. Хорошо, что они подходят идеально ко всему. 2 из 3, супер. Пойдемте смотреть дальше на 3-е. Лаборатория. Рабалатория. Ага. И что мне с вами делать? О, скважина. О! Погодите. А-а-а. Ой, тут золотой ключик есть. Давайте сохраняться, смотреть, что будет. Я, наверное, подготовлюсь немножечко, да? А, да? Они по одному на меня будут. Погодите, а смысл этой загадки тогда в чем? Золотой ключик. Золотой. А, стоп! Я различен. Кто я такой? А, ну хорошо, это в принципе логично. Получается. Заткнись. Нет, тут черепаха. Золотой ключ. Золотой посох, золотая скважина и палка. То есть, скорее всего, правильный вот этот. Но раз он на меня будет каждый раз выпускать какую-то новую говняшку, я не против. Во-первых, это экспан. Во-вторых, если я дойду до черепахи или до чего-то там, то это еда. Из крыс тоже еда вывалится. Я хочу поошибаться. Меня вполне устраивает. О, ребят, я вас не ожидал. Значит, он не только по одному вытаскивает, он их вытаскивает. Что-то у нас еще опасного осталось. Ледяной элементаль, конечно, неприятный человек. Ой, черепаха, хорошо. И гриб, это тоже хорошо. Все это хорошо. Еду принесли, смотри. Супер. Меня пока все устраивает. На, сразу съешь. Камни, камни у нас куча, но я не думаю, что я буду брать дальше камни. Стоп. 2 куска черепахи. Это просто шикарнейше. Во, все сейчас понаедаются, всем хорошо будет. Чуть-чуть еды, чуть-чуть экспы. Да, чувак, ты, кстати, хорошо, что ты воешь, из тебя получится отличный стейк, я это знаю. Кого теперь мне выпустят? Попробуем так сделать. Ну-ка. Хорошо, что их выпускают по одному.
Очень, не по одному, но все равно очень удачно. К тому же у нас более-менее хватает урона, чтобы справляться с этими ребятами в довольно быстром темпе. Опс, не то. Блин, это оказалось избыточным. Я все арбалетные стрелы подобрал. Это реально оказалось. Так, у нас остался ледяной элементаль, мумиё и собачка с блобом. Вот собачка с блобом — это не очень хорошо. Сохраняемся. Иди сюда. Наверное, это наилучший исход, если... Блин, оно... Оно по мне бьет. Па-па-пар-па-па-пам, я все понял. Тут придется отдохнуть, ничего не поделаешь. Да, потратить еду, но придет... Блин. Не вовремя-то. Ладно, что есть, отдыхаем. Вот так. Я вижу там стейк. Давай, иди сюда. А фиг ли я по тебе так промахиваюсь-то? Чёртова мумиё, иди сюда. Чё так промах... Да ладно, криты прилетают, но чё так промахиваюсь? Пожалуй, мумии из того, что здесь есть, самые крепкие ребята. Блобы когда-то были проблемой, сейчас уже нет. Пойдемте мясо заберем, которое нам тут предоставил этот крысоволк так любезно. И съедим его сразу. Ну что ж, я, пожалуй, только что черепашатины немножко запасы. Хорошо, тут мы разобрались со всеми. Теперь дергаем то, что лишнее. Сохраняемся. Поехали. Значит, палка. Ты кто? Бутылка, хлеб. Ну, наверное, бутылка. Мне кажется, там кусок мяса. Щит, топор, кувалда. Погоди, шлем, кувалда, сделанный из железа. Вот это не сделанный из железа. Это не держит в руках. Ну ладно, бомба, зелька, книга. Для мага у нас вот это, вот это, вот это. Получается, бомба не для мага. Нет. Нет. Нет! Одежда. Паук, блоб, черепаха, змея. Ну, блоб среди них выделяется. По какому принципу? Так, птица, ну, рептилия, скелет, камень и, ну, ты вот человек, ты нежить. Нет. По какому принципу все это происходило? Офиг его знает.
То есть вначале мне показалось, я понимаю, потом мне показалось, что я ничего не понимаю. Хорошо, дорогой гость, что невозможно увидеть и что самое и что само скрывает вещи от взгляда. Верный ответ позволит тебе перебраться в другую сторону. Что невозможно увидеть и что само скрывает вещи от взгляда. Темнота, на мой взгляд. Ну, то есть, смотрите, тут был факел. Ой, кстати, тут какие-то шмотки. Да, и там два факела внизу. У меня такое ощущение, что их нужно... Давайте рискнем. Я сначала включу свет, чтобы не запутаться, потом выключу. Да, твою за ногу. Вот проход. И что? И что мне это дает? Ну, шипы-то везде. Погодите минутку. Так, ладно, во-первых, я достал факел. Да, меня разочек долбануло, но, по крайней мере, никто не умер. Я вижу там какую-то фигню внизу, смотрите. Я к ней не добегу, наверное. Давайте, наверное, стоп, я сохранюсь тут сейчас. Можно поспать, немного восстановить жизни. Что это было только что за истерика? Тут есть кусок сыра, что уже неплохо. Но что дальше? Честно, я не понимаю эту загадку. Это показывает мне безопасные зоны, но тут нет безопасных зон. Это очень странно. Надо подумать. Если просто добежать туда, то это не вариант. Так получается? Я думаю, меня просто убьет. Давайте подождем. Когда безопасная зона будет близко, допустим. Да, это безопасные зоны, черт побери. А куда мне... Сюда, что ли? Ух, это было рисковенько. Я там электробомбу взял, да? По-моему, только что ее случайно чуть не кинул. Так, электробомба у нас, кстати, неплохо поднакопилась уже. Там рандомно разбросаны всякие вещи, там, то сыр, то еще что-то. Стрела. Ха!
Все, валим отсюда к черту. Сохраняемся. Я не знаю, что там еще было, просто валим. Просто валим. Зажигаем свет. Я там взял кусочек сыра, стрелу, бомбу. Может быть, там что-то еще и было. Я доволен, что и так все нормально обошлось. Фух. Итого. Да твою же за ногу. Идите сюда. Я тут буду вас танковать. Может, я не буду лобиться и буду вот так вот делать. Неплохо, кстати. На-на-на-на-на-на-на-на! Да, блин. Дядя, вообще не до тебя сейчас. Чувак просто в хлебало получил и отъехал. Я это заклинание просто обожаю. Блин, оно жрет настолько много манны. Так, да, слушай, умирать не обязательно. Ой, еще и уровень приехал. Так, свешивать эту штучку. Я надеюсь, что жизни как-то потихонечку сами по себе восстановятся, пока мы тут ходим, где был этот чертов мешок, он снизу, да? 5 камней! Это меня приводит в полнейшее замешательство, потому что... Я не знаю, куда, что, зачем... О, погодите, надо по нычкам разным полазить. Из тех мест, откуда оно все повылазит... А, меня бы отсюда еще и не выпустило. Ясно. Ну, босс, короче, ладно. Босс точно такой же, как и был. И он, ну, не сказать, чтобы какой-то сильный. Или просто я сюда пришел перекачанный. Я же говорю, в очередной раз у меня складывается ощущение, что я пришел на кладбище слишком сильно прокачанный. Слишком хорошим вещами. С другой стороны, то, что я здесь нашел лучший топор в игре, говорит мне немножечко, наверное, об обратном, что ли. Так, это у нас сила, скорость восполнения здоровья 20%, сила плюс 1. А ты у нас с чем ходишь? Защита 3, точность 10. Я, наверное, тебя... Блин, тебя же нельзя отравить, зачем тебе защита от яда? Пусть у тебя будет восстановление здоровья скорее, и сил тоже прямо, чтобы могла бить и носить. Так, хорошо. Силу воли на 1. Это у нас сюда. Сила воли у нас за максимальное количество очков энергии, скорости восполнения. Да. Сила воли. Значит, бульк. Супер. Ну что ж, получается, что это локо у нас полностью зачищено. Сейчас мы еще качнем немножечко. Знаете, что мне интересно? Может мне... Это же не магия, это же критический урон, да? Критический урон. Может качнуть крит? Даже не знаю. Крит. На 3-м уровне навык ты будешь наносить тройной урон к кинжалам или нападение врага со спины. Нет, не надо. На 5-м сможешь нападать врага со спины в любом, с любым легким оружием. А, но мне это толку от этого.
точность. Ну, давайте я, наверное, все-таки еще в точность вкинусь, потому что он промахивается. А потом, если у нас еще как-то накопится когда-нибудь уровень, то можно будет и в крит разочек вкинуться. Ой, у нас же тут кристалл есть, я забыл совсем об этом. Потому что он не обозначен на карте никаким образом. Я не могу взобраться на эту панельку, и она мне не отображается. Ну что ж. Тут я считаю, что все. Я не туда пошел. Мне нужен портал. Да. Я на поверхности кладбища. На поверхности кладбища, да. Насколько бы это... По сути, на кладбище мы нашли меч, которым мы пользуемся до сих пор. На кладбище мы нашли топор, которым мы пользуемся до сих пор. И на кладбище мы нашли арбалет, который мы нашли где-то раньше. Но если бы мы его не нашли раньше, мы бы им пользовались до сих пор. Да, смотрите, у меня тут уже полнейший склад вещей. Просто я вот это сюда положу. Вот это... топор, вот этот метеоритный, фигню эту метеоритную, меч громовержца, ну ладно, пока что оставлю, защита сила, стальной локотник, тоже, наверное, положу сюда, змейку тоже положу сюда, статуэтка ледяного стража, без понятия, когда и как она мне понадобится, кладезь знаний, это ни в коем случае пока что не трогаем. Я даже не знаю, где у нас храм есть. Ну, не то чтобы не знаю, не помню. Где у нас есть храм, куда можно отнести эти чертовы камни. Офигеть. Давайте, ребятушки, наверное, тогда на этом серию завершать, что ли. Потому что это некое логическое завершение. Мы прошли крипту... Вроде все нормально, все пучком. Надо будет покопаться, посмотреть вообще, куда это все нести. Я не помню, где у нас просто четвертый храм. Честно, не помню. Где мы, кстати, сейчас находимся? Это речные тоннели, да? Да. Ладно. Кстати, да, нам еще дали... Где оно там было? Что невозможно увидеть? Да. То невозможно и услышать. Вот этот клад у нас есть где-то, я его еще не искал. Это нам не надо. Дорогой гость, нет. Карта острова нет. У меня было больше снаряжения, чем я мог. Трюкач приходит и уходит. Где-то у нас была еще одна записка про клад. Там, где мы открываем, а там лежит лопата и записка. Вот это я еще не искал. Наверное, я посмотрю. Может быть, между сериями как-то побегаю, гляну или что-то где-то. В общем, тогда уже продолжим в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем лучших. Всем покеда.